Отсюда, сюда. Стейли. Держим плоскость, став тело. Добавляем бит. Это можно преобразовать вот в такую штуку. У нас уже, если вы отработали упражнение, у вас уже есть готовый элемент. То же самое поднимаем наверх. Это готовый переход на зацикленного стива. Делаем то же самое на зацикленном стиве. Два упражнения, два элемента в копилку. Раз. Два. Тут фишка в кистях, потому что кисть перемещается вот таким вот образом. То есть у нас тут правая, правая, левая, левая. Теперь правая, левая. Кстати, я вот забыл сказать, что это готовый вариант вот этого. Начинается она вот здесь, и потом вот тупо упражнениями мы делаем середину элемента. Сюда, сюда. Ты видел? Сюда. Я еще не знаю, где это применить, но уверен, где-то применяется. А, вот эти штуки тоже очень полезны. С ними можно очень клево понтоваться. Прям-таки очень легко. То же самое вот сюда. Вот, вот так. Никак иначе. А вот где это используется, я знаю. Да, я тоже. Самая распространенная штука вот так вот. Она должна быть тут. Потом. Заход на стива. Заход на стива в другую сторону. Смотри дальше. Нет. Что еще было? Вот этот стив вниз с передачей. А. Изначально делаем обычного стива. Делаем стейл. Угу. Это, кстати, тоже заготовка на другой элемент. Есть вот такой вот элемент. Стейл. Стейл. То есть, реверсом. Так, мы делаем вот здесь не стейл, а не замену и закидываем сюда. А его можно его тоже усложнить. А? Вот здесь посотать на бит и пойти на следующий стейл. Еще раз. Но после того, как поднял, не сразу поднять, а дать ему сделать бит и на следующий стейл. Вот. У меня почему-то вот, он не хочет уходить так, а хочет уйти на следующий стейл. Можно сразу уходить. Это тоже не полная версия полного элемента, который будет еще со стейлом. Да. Вот, и Стив два раза на одной руке, два раза на второй. Да. Да. Это, кстати, упражнение показал низ. Оно очень клевое, мне очень нравится. Сейчас не чисто сделал. Но после вот таких вот Стивов, обычные Стивы вообще фигня. Чтобы сделать его проще, можно сделать вот так. Угу. Так да. Будет намного проще. Вот этого чего как раз не хватало. У меня почему центр оказывался вчера всегда с внутренней стороны. А потому что ты когда выводишь, ты уже тут задумываешься о том, что у тебя центр должен выходить вот здесь. То есть его дальше туда нужно закидывать, да, туда, по сути. Да. То есть там получается центр не здесь, а здесь. Да. Мы на обычном стиле привыкли, что он у нас вот. Ну да. И как раз вот такая беда и получается. Вот его дальше закатывать. А здесь нам приходится наоборот. Делать таким образом, чтобы шла длинная сторона. Там на шею идет еще смещенным немножко. А анатомически это как? Заброс плечом тот же самый, просто чуть дальше, да? Нет. Изначально берешь его подальше. Ага. И все. Ларчик-то просто открывался. Точки баланса. Первая. Мега важно. Вторая. Третья. Голова. Начинаем вращение. Нажал. Я только что. У меня есть. Я нажал на запись. Скинем. Скинемся, конечно.
Где нажимал? Отвести фаланги. Угу. Еще одни фаланги. Лак. Мороженое. То есть видно не будет, конечно, на каком-нибудь батле. Но для себя приятно, мне кажется. Это не должно быть. Угу. Тогда буду ради тебя по-другому. Да. И вот с скользяшками еще, когда вертикальный подъем через руку вверх и вывод со второй. И вот эти тоже, да-да-да. И эти, да. Это первая, она мега простая, на самом деле. Угу. Переложил с вееров, которые в свое время переложили с паёв. Да, я поиску эту штуку видела. По поводу вертикальной. И вот с полностью, который там выход идет, с забросом через руку, с прокатом как раз, из-под руки. Ну это просто вариация. Вкусненькая вариация, очень просто. И заканчивается анжелом, да? Можно анжелом. Получается такая ступенька по нарастающей. Вот. И можешь показать, что ты показывал тем, кто делает спин? Фиш? То, что ты Стив. Антиспин. Нет, что? Ну, во-первых, нет? Антиспин, да? Да, антиспин. По четырем точкам. Вариант номер раз, когда фитиль вот этот гуляет с плоскости никуда иначе. Вариант, когда он идет за голову. Вариант фронтальный. Роторным перехватом. Говорят, ты роторным перехватом делаешь? Ну, блин, да. С роторного за головой еще. Можно еще за головой. С фиштейла. Все то же самое, просто. Как бы на фиштейле, когда делаешь антиспин фиштейла, я слежу только за горизонтальной линией, то есть чтобы вот этот фитиль ходил относительно ровно. Но он должен ходить. Еще то, что те, кто делал фит, начал делать вот это, да? Что ты показывал остальным? Стив. Нет. Спича, помнишь, за головой. Вот этот элемент. О, кстати, да. Сейчас. С фиша можно делать такой же антиспин за головой, только с фишем. Ух ты! Да. Но там магия, на самом деле. Я вообще никогда не понимаю. Вот таким вот рядом. Делаешь укол, и вот здесь... Эть! Вторая рука внезапно, невидимая, возникает из воздуха. Ой, кстати, три руки забыл. Смотрите. Стив. Бит. 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 Трех рук Стив. Одна, две, одна. Первая рука. Вторая рука. Третья. Не знаю, меня очень приятно. Понял? Меня тоже. Что еще? Стейлы. А. Сначала, да? Беспальцевые. Потом, да? Я не буду показывать пальцы. А верхний вариант тот же самый, только добавляем верхний вариант. А, вот это да. Тут земля просто не варит. Ну и... А, он показал. Он показал. О, сколько всего было, оказывается. Спасибо большое. Спасибо.